Еще. Готовы, да и мы тоже готовы. Кто не вылетел? И Константин Генич сегодня будут освещать для вас все перипетии этого матча. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Так, высоко не играют. Перебрасывается. Альба Рамос. Тут может что-то получиться. Бить можно и забивать. Хорошо удар, защита на месте. Годин. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Собран мяч, надо возвращаться. Поле не в попуск. Кахил. Батарь. Хорош. Выбить. Выбить, по-моему. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Это может быть опасно. Двойка, даже единица за игру в обороне. Да ладно. Нет, не дошел этот пас до адреса. Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Нет. Сейчас будет розыгрыш наш, только... Так, Абаз, пусть Абаз пас дает потом. Он разыгрывает. Он пас будет отдавать. Где он там? Ох ты, никуда. Отобрали мяч у соперника, а теперь можно начинать свою атаку. Пока неплохо. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Реми. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? И легко забирает мяч вратарь. Ну, с такими ударами этот голкипер справляется очень легко. Реми. Блестящий. Нужно забивать. Лежно. Сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Ну и чего стоим? Кого ждем? Защитники решили отдать просто своего вратаря на съедение соперника. Ну, здесь нельзя все-таки не отметить высокое индивидуальное мастерство нападающих. Посмотрим за этой атакой. Атака продолжится через фланг. Без проблем играет на выходе вратаря. Мяч в его руках. Серфи. Пацаны, ноги быстрее надо играть. Передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Да.
передача голкиперу, медленно развивается атака. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Это может быть опасно. Реми. Хорош. Ничего делаем. Давайте в розыгрыш ближний и дальний, наверное, еще посмотрим. Надо смотреть, тут на дальний никого. Если розыгрыш, я сразу Абазу дам в, это, в окно. Его держит. Если он забежит. Или подам. Давай тебе. Не разыграть решили углову. Хорош. Бля. Ну они оба там стояли, блядь. Что туда бей, что-то для меня. Неплохо действует игрок, мяч отобранный. Хорошо, что молодец. Дальше? Это может быть опасная атака. Можно сделать навес. Подача, чей мяч будет? Хороший вынос мяча. Подбираем, подбираем, блядь. Хорошая игра на перехвате, и вот мяч уже в распоряжении другой команды. Мяч у соперника. Так. Может получиться интересная атака. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Судья позволяет продолжить атаку. Попадает под прессинг. Бам. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Две минуты, и можно бить! Чуть-чуть. Что такое? Судья поднимает флаг. Правильно, 45-й уже был. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Вот это удар! Стандарт – это всегда шанс забить, если забить с этого угла. ПЗ пока закрыл дальний, все нормально. На штангу. Подали мяч с углового. Это вратарю в подарок. Мяч без проблем. Перерыв закончен, команды на поле, арбитр дал сигнал начинать, и у нас второй тайм. Поехали! Поехали. Блять, у судьи синяя рука. Да, синяя крыса. Стоп-машина! Атака завершена, удар от ворот. Очередной точный пас в его исполнении. Сколько я упомянул, как здорово он раздает передачи, как он тут же совершил ошибку. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Елене. До конца. Мяч уходит от его головы в бар. Так. Тут может что-то получиться. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Аут около штрафной, это может быть опасно. Альба Рамос. Здесь защита справляется, мяч отобран. Ба. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку.
Как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Осталось чуть-чуть потерпеть, и вот, ну, может, хороший по задумке пас. Блин. Так кого? Иньеста, Лука. Альба Рамос. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Хотели они провести быструю атаку, но сами потеряли мяч, теперь надо обороняться. Ба. Под написание. Блять, тебя. С этой атаки может получиться что-то стоящее. Ложатся они под мяч, лишь бы не было гола. С углового мяч будет введен в игру. Ползе, ползе назад. Попади. Да, давай, давай, пас. Давай. И решили разыграть побыстрее угловой. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? На фланге мяч, есть свободное место перед игроком. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Хорош. Здорово. Вот он. Я задрочил. Но здесь вратарю никаких претензий не может быть. Великолепный удар головой. Гол, забитый головой, конечно, не редкость, но всегда смотрится как-то по-особенному. Без единого шанса для вратаря, великолепный удар головой. Очень здорово исполнил, прицельно, мощно, результативно. Да ну это понятно. Попал. Попал. Смотрим и восхищаемся этим ударом еще раз. А вот вратарю лучше не показывать. Пушка страшная, мощнейший удар. У вратаря просто не было шансов. Какой гол мы только что с вами увидели. Загляденье просто. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Отлично. Пытается защита выбить мяч. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Давайте сейчас розыгрыш и навес. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Не-не, кидай ближний. Шакири. Назад, 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 фланги. Понял это наш, блядь. 20 минут осталось играть. И пас обратно. Скучновато. Посмотрим за этой атакой. Не, значит, другой придумал. Ну, ну, ну. Вот это удар! Это по воробьям. Нагнетать надо. Нагнетаем. Это может быть опасная атака. Да, это был удар на удачу. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Сыграно-то точно, а вот стоило. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Хорошо увидел партнера впереди. Доворот далековато, это но мимо? Надо рисковать и бить. Штрафной. А. Блин, я думал, мимо это было, пиздец. Я не знаю, что делать. Добиваем, блядь. Сука. Вас предупреждает твою. Я что-то... На добивание. А как он предупредит? И все это написано на лицах футболистов. Тут что это, блядь, за хуйня? Самое главное, что написано на табло. Время есть. Есть, есть еще. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Выходит, вратарь надо на дальнюю. Опасно! Ты пиздец. Не точно, но довольно опасно. Мы видим, что возникают возможности для взятия ворот. Чуточку собранности, точности и везения. И все, тогда мы увидим гол в этом матче. Арбитр назначает штрафной.
Вышли. Вышли. Нормально, больше надо. Дальняя там есть игрок? Свистят болельщики. Да. Хозяев не нравится им, что гости тянут время. Действительно, явно они получили установку не нагнетать и удерживать счет до конца матча. Центр такой голый-то. Стоит отметить четкие действия игрока. Кехи! Хороший момент, но защитник нам шатит. 90 минут основного времени истекают через 4 минуты. Чуть-чуть. Да, блин. На грани, блядь. Просто под первый пас открывался ничего. Ноги, ноги, ноги просто. Хорош. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда не бросайся, только сдерживай. Хорош. Красный. Далее. Хорош. Ну, бывает такое. Видимо, игрока забил гол, заплеснули эмоции, и теперь он покидает поле. Да, парень явно ниже, конечно, хотя выглядел сегодня очень убедительно. И ну, черт. Впечатление своих будет по флангу кидать, наверное. Но. Вперед мяч просто. Точно сопернику в ноги. Неудачно. Так, давай, тох повыше. Так тут. Да, чтоб туда там прикинули. Альварамос. Ударище просто. Половой, блядь. Можно забивать с этого углового и спокойно проводить оставшиеся минуты. Результат игры будет ясен. Ну, чем проще, тем лучше. Отбил от ворот подальше. Молодец, вратарь. Вперед. И матч завершен. Да, удар створ на голову у них. Где лучше играли? Играли что-то. Побольше ударов, что-то. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Ну, блять, яркие моменты не дали посмотреть.